Всем добра мира. Сегодня к нам пришла очередная дорогая посылка с Пандао. Эта посылка, как обычно, Smart One. Этот Smart One заказан не в декабре, когда были безопасные скидки, а вот недавно, в июне месяце. Тогда были хорошие скидки, я не удержался и купил этот Smart One. Сразу говорю, что обзора на этот Smart One не будет, так как мне придется в скорейшем времени продать этот Smart One. Ну что, начнем, распакуем. Как видите, этот смартфон стоил 3539 рублей тогда. Шла посылка 17 дней. Это до меня. Там плюс-минус 4 дня. Разница пришла в почту. То есть на почту пришла на 4 дня раньше. То есть уже меньше, чем 2 недели. Что, откроем? Итак, как видите, этот телефон был упакован вот такой поролон, или как сказать, такой мягкий, а не вот такую большую пупырку, но вроде бы смартфон, как видите, целый, что очень хорошо, даже коробка нигде не помята, так что продавцу можно поставить лайки. Здесь, как видите, смартфон под брендом Leagu, модель называется Kisa или Kika Mix, как его называют люди по-разному. Еще, как видите, здесь официальный партнер — футбольный клуб Тоттенхэм. Кто не знает или знает, это английский клуб такой, называют вроде бы шпорами. Нормальный такой средний клуб, который если бывает в призерах, а так я не видел, чтобы они такие трофеи, завоевали. Мы все открываем. Смартфон сразу отложим. Комплектации. Вот тут вот такая большая коробка снизу. Как видите, скрепка. А в коробке так, тут зарядник, кабель, чехол есть. И инструкция. Книжка, инструкция, как мы видим, на английском языке. Даже есть русский язык. Так что несколько языков здесь есть. Убираем. Так, чехол отложим сразу. А тут вот такие наушники. Вот такие наушники. Это как бы, как сказать, затычки вот такие, белый цвет наушников. Есть вот такой, здесь пультик есть, микрофон вроде бы есть. Вот такие простые наушники. Убираем. Зарядник. Зарядник вот такой, с вот таким наклейком, переливающим, вот таким. Оригинал написано, Leagu. Там вот такой маленький он. Выдает 5 вольт, 2 ампер, что очень хорошо. 2 амперные зарядки я очень люблю, так как они быстро заряжают. 1 амперный вот часами. 4-5 часов надо. Этим зарядником 2, максимум 2,5 часов телефон зарядится. И вот такой чехол. Видите, силиконовый. Такой тонкий. Берем смартфон. Ой, какой красавец! Что-то вам напоминает какой-то смартфон, который у меня был до этого. Как видите, написано Kika Mix, там To Hold a Big World. Не знаю, что означает. Stylish Phone Leagu. Сзади есть наклейка с характеристиками какими-то. Так, и с имеями, как видите, здесь показывается вот лоток Nano SIM или карта микро, то есть флешка или Nano SIM. Как-то, как видите, слот гибридный. Здесь показывается громкость плюс-минус.
Power кнопка, как видите, все на клике показывается. Ну что, включим. Вроде бы включился. Уже это хорошо. Так как бывают такие смартфоны, не включаются и бывает проблема, как у некоторых блогеров. Так как-то здесь написано, что снизу пленка, да, убираем пленку. Вот, приятный звук. Как видите, здесь есть пленка. То есть очень хорошо. Наденем чехол и все. Как видите, вот такой смартфон. Я сейчас быстро прокручу. Так как, чтобы не терять время, чтобы вам было видно. Теперь я пока поставлю русский язык и начинаем. Итак, смартфон включился, как мы видим. Здесь по умолчанию черный такой фон. Это, думаю, чтобы не видно были вот эти рамки, которые сбоку бывают черные. Как мы видим, настройка. Все на русском языке, настройки на русском языке. Так. Есть английские слова, как видите. Вот такой смартфон, красивый. Как видели, я когда настраивал, я сразу ввел палец. Сейчас посмотрим, какой у него быстрый сканер. Сканер на этом кнопке. Сейчас делаем вот так. И начнем. Короче, сканер срабатывает хорошо, но очень медленно. У меня недавно был вот такой смартфон, похожий на этот смартфон. Вот, сейчас сравним. Это смартфон Blue S1, как вы помните. Он побольше экраном и габаритностью, а так. Внешне они очень похожи спереди, как видите, вот такой экран, снизу вот такие большие рамки, и вот так, полноценный экран. Вот это очень похоже смартфона, но у этого смартфона сканер побыстрее дальше, смотрите. Сейчас покажу вместе. Раз. У меня только один палец, смотрите. Раз, как быстро. И он как медленно. То есть у него сканер очень медленный. Так что вот такой смартфон. Сейчас я вам быстро покажу настройки о телефоне. Как мы видим, Android 7.0. Последнее обновление 5 января 2018 года. У этого Blue S1 2017 года вроде было. У этого чуть попозже. Так, заряд осталось 15%. Сейчас посмотрим, обновление есть или нет. Сейчас зарядка уже у меня так быстро заканчивается. Было 15, сейчас уже 5. Я сейчас быстро включу. Так, зарядкой продолжим. Итак, продолжаем. Посмотрим, есть обновление или нет. Нажимаем. Как видите, поздравляем с последней версией. То есть обновления на этот смартфон нету. Думаю, и не будет. Так как таких дешевых телефонах, типа третьего эшелона, обновления не бывают, так как производители не поддерживают дальше эти системы. Просто делают телефон на одном системе. Все, больше обновлений не бывает. Сейчас я вам еще покажу звук быстро. Так, рингтон. Так, как мы видим, звук довольно громкий. Динамик здесь, с правой стороны. Здесь дверек нету, только типа
как бы делали по динамику, но дырок нету дырок, а здесь есть 4 дырки. Так что звук такой хороший, громкий. Сейчас я вам быстро покажу камеру. Как мы видим, автоматическая эта фокусировка есть у этого смартфона. Фото такое довольно такое, можно сказать, хорошее, среднее качество, но здесь освещение не такое хорошее, поэтому так четко сказать не смогу, но как видите, при этом моем освещении вот снимает вроде бы хорошо. Так, здесь есть еще разные настройки, настройки вот здесь сверху. Так, короче, я пока это разбираться не буду, так как время у нас пройдет. Вот сейчас покажу, как примерно снимает видео. Итак, снимаем на LEGO Mix камеру, обычную заднюю камеру. Как видите, автоматическая фокусировка есть у камеры тоже, как и у фото. На видео тоже есть. Итак, снимаем на LEGO Mix камеру, обычную заднюю камеру, как видите, автоматическая фокусировка есть, у камеры тоже, как и у фото, на видео тоже есть. Снимаю тоже так среднее, звук такой, тоже такой, можно сказать, такой чуть среднего, может меньше среднего, так. Такой звук негромкий. Кстати, фронтальная камера у него вот здесь. Вот так поворачиваем и делаем фото. Фронтальная камера тоже, как видите, неплохая. Сейчас я вам покажу сравнение вот. Blue S1 камера справа, а этого слева, точно в углу внизу, у него чуть свыше, свыше в углу, как видите, так как расположена камера, чуть сверху с углу, а тут прямо внизу углу. Вот такие вот дела, вот такие смартфоны, два очень похожи смартфона. Кстати, я мне показал зарядку, зарядка здесь типа Type-C, а не microUSB, как у этого Blue S1. И еще при зарядке индикатора событий нигде нет. Сейчас я вам быстро покажу сейчас рядом, как сканеры показывают себя. Я туда ввел второй палец. Сейчас быстро посмотрим. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Как видите, у любого S1. Сканер чуть быстрее, чем у этого LEGO Mega Mix. Еще, как видите, я надел чехол. Чехол идеально, можно сказать, подошел. Все дырки, все разъемы идеально совпадают. Как видите, кнопки боковые закрыты. Вот такие вот дела. Вот сравнение с любой S1. Кнопки, можно сказать, идентичны. Внизу тоже. А вот то, как видите, вот дырка вот здесь, у него сверху. Так. Этих смартфонов все похожи. Здесь еще есть один вот такие точки. Не знаю, что это, динамик или что. Вот. Кнопка у этих обоих смартфонов не механические, а просто сенсорные. Вот так просто сенсорные. Не нажимаются они. Память этого смартфона 32
внутренняя память, как видите, только 12 занято, у вас есть 20 свободной памяти гигабайт. А Азу 3 гигабайта, где 2,7 всего, а свободно 1,5. Вот такой у меня был смартфон распаковки. Смартфон дешевый, куплен за копейки, хотя и третий эшелон, за такие деньги, думаю, хороший смартфон. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал и жмем колокольчик. Всем пока!